Приветствую вас. Смотрите, значит, мы с вами разделим вопрос на две части. Первая часть будет состоять из вот этой связи между тем, что вы, будучи злой, дотрагиваетесь до электрики какой-то и, соответственно, ну, что-то происходит, да, с электрикой, значит, это первая часть, да, или выбивает, или горит. И вторая часть — это то, что вы злитесь. И злитесь, как я понял, довольно часто. Значит, здесь ситуация следующая. По первому вопросу, именно по первому вопросу, я могу вам сказать так, что связь между тем, вот, что вы злитесь, и тем, что электрика как-то реагирует на вас, значит, связь, вот, ну, связь этого, она решится, именно только вот в разделе эзотерики. То есть эту связь можно решить именно в разделе эзотерики. Там вам покажут все, там вам дадут понять все, опять же. И там, я думаю, вы научитесь, может быть, управлять своим биополем. Что касается того, что вы злитесь, то вот здесь момент, конечно, совсем другой, ну, немножко другой момент. Дело в том, что ваша злость, она связана с накоплением негатива. Вы накапливаете негатив, вы его копите в себе, и потом он у вас, ну, либо взрывается в виде каких-то вот действий, либо, соответственно, просто копится, из-за чего вы вот так вот себя ощущаете. Да, ну и, грубо говоря, портите электрику. Соответственно, с точки зрения психологии, разбирать нужно именно то, почему вы злитесь, с чем связана ваша злость, с чем связана ваша реакция такая вот, что вас раздражает, что вас злит, что вас выводит из душевного равновесия и так далее. Понимаете? То есть это вот такой довольно важный момент, о котором, ну, говорят в психологии в любом случае. То есть психология в любом случае
дает вот эту вот ситуацию, дает вот это понять, дает понимание и научение тому, как вести себя в данной ситуации. Соответственно, в этом вы можете рассчитывать на помощь психологов. В отношении других моментов, в отношении других аспектов, тут я уже сказал, что вам в раздел эзотерики, потому что, ну, мы психологи, люди науки, и для нас нет прямой связи между тем, что вы злитесь, и тем, что техника выходит из строя. Да, вы можете быть наэлектризованы, вот, но электризованность именно от злости не зависит, не обязательно. Не обязательно злой человек наэлектризованный. И не обязательно наэлектризованный человек злой. То есть вполне вероятно, что вы где-то наэлектризовываетесь как-то. Вот как-то где-то вы наэлектризовываетесь, да, это действительно так. Но имеет ли это отношение к злости, я, если честно, не уверен. Вот. В любом случае, с этим нужно разбираться, в любом случае, это нужно как бы выяснять, с этим нужно, это нужно изучать. Исследовать, это нужно исследовать, вот, и только после исследования, в данном случае речь идет именно о исследовании того, где вы получаете наэлектризованность свою, как она у вас образуется, можно будет уже понять. Имеет ли связь то, что вы злитесь и выводите из строя объекты, приборы или нет? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.